Кубанцы София Гарпенко и Роман Магонов взяли золото в номинации «Мобильная робототехника». Победителей уже поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев, написал об этом у себя в Твиттере и отметил успех всей команды. Цитирую. «Ранее в Краснодар из Абу-Даби вернулись бронзовые призеры. Эти ребята – будущее не только Кубани, но и всей России. Гордимся талантами. Соревнования для школьников впервые прошли на мировом уровне, и сразу такой успех. Будем и дальше развивать движение World Skills в крае». Конец цитаты. Соревнования по профессиональному мастерству среди молодежи проходили в Абу-Даби. В состав российской сборной вошли 7 жителей Краснодарского края. Помимо робототехники, они выступили в таких категориях, как облицовка плиткой, столярное дело, сухое строительство и штукатурные работы.